Или ямку рыла. А то я в ноль под ноги смотрю, думаю, что ты там делаешь? Почему туда именно? Народа много. Почему не рядом? Ты здесь с нами народ, да? Нет. Я ответила просто, почему постоянно сюда прыгаю. Допустим, эту локацию, просто как бы я ее не знаю, эту локацию, куда прыгать. Она же не так давно есть, эта локация. Правда, уже полгода уже прошло. Да, немного. Я в год не играл. У меня чуть-чуть получается. У меня 11 легенд всего лишь, ёпиш. А играю 3 года, наверное, нет. Ну вот, не игрался целый. Может, когда друзья это удивили, нет. Да, шли, забирай. Бегу. И пушку, и Крига. Собрала, нет? Бегу. Оба ты, походу, делал, нет? Вот сейчас вообще не нужно. Валя. Спасибо. Хорошо, что ты ракетку забрала, а то свет так показывает самонаводящую. Времени не было. А ракета забирает. Я хотела забрать. Ну ничего. Я сейчас тут все заберу. Так, ну, ракета еще. Снайперский винтовок, еще и желтый. Там это, да, увидеть, если вот кому-то мало ли не нужно будет увеличить на магазин, маякните, уж все будет, но мало ли лишнего будет, это хотя бы даже зеленый будет. Так, у меня 7 ракет есть. Нет, людей есть у нас. У нас. Хотя. Противники у нас сильно не играют. Хорошо. Да. Главное, не скучно. Никола. Спасибо. Снимки у всех есть? Какие? Кто? Фиолетовые? Да. У меня нет. Магазинов вообще нет. Стой. На. Никто ДЛ-ку не видел? Нет. Мне кажется, вообще снайперка не видела. Иди, это моё. Надо чуть раньше сказать. Нас не помню уже. Копар знает, где лежит. Я его возьму его сейчас. Стрелка была. Подделка есть. Метку ставлю. Он стрелка. Стрелка, да. Стрелка. Q33. Я уйти нужно было, да? Кто? Я же в другую сторону могу повернуться.
А вот не надо в другую сторону. Вот еще в одну сторону. Давай. Ну что я сделала? Не то. Да ё. Себя подрывешь. О, я дымы не могла кинуть. Чё? А как на улучшалку? Не, ну я только сяду. Проебал. Пока. Ха. Не надо. Здесь. Почему это? Ловим. Airdrop is coming. Два на порту лучше сразу. Здесь да, оружейку. Давай на оружейку тогда спрос, блядь. Потом лучше. Ну, пока летит, могли бы улучшиться, а потом видео уже сразу же. Лучше будет лететь нахуй полчаса. Интересно, мне получится его сбить? Наш кондорчик война, да? Да. Я просто помню, сбиваешь, что и два дропа сразу падают. Посади его. Не выкини. Блять, хорош ты катиться. А я тебе сразу два в одном улучшал ты идут. Опа! Опа! Интересно. Нихуя ж, я хорошо. А, тут люди есть? Нет, по мне шмаляют. А! По таймингу. Да. А, я метку поставил, там люди. На мне идет. Стой. Бля, заебали. Подходите, кстати. Коля, люди. Народ! Слышите, нет? Лей! Эй! Слева сзади там. Ниндзя еще. Да хуй его знает. Он косой, скорее всего. Я что-то даже не заметил, что... Сам шарф легко сделал, стоит. Кинь? Не, у тебя уходило, что ты кинь гранату. У него просто эти мешались. Ёбаный период, эти ебучие мешались, короче, они мешали ему стрелять прямо. Я так не знаю. Кинь гранату. Да обкидаешь, блядь, дебил, блядь. Я флаг потну на той, блядь, памятник-то развечаю, блядь. Вот, граф, ебать. Эй, Вася! Сайды! Чё, он до сих пор наверху, что ли? Блядь, зона пошла, да? Да.
Не только тебя. Мои ракеты. В смысле? Так, один флаг я воткнул, бля, как обещал, нах. И был второй флаг, нах. Сука, я умру, но я тебя выю, блядь. Все, понятно. Ну и смысл. Он последний был, сразу умер. Капец. Типа напоследок. Поехали. Сдохнем. Airdrop has been delivered. Даже мы должны. И че он выиграл эти? Так, что гони, на последних меня убил? Да. Хотя может я его так когда-то смерть убивал или взрывал, может он вспомнил мне. Мстя. Ну если так посчитать. Мы доживые, а они нет. Если так посчитать, сколько вертолетов я уничтожил, много кто захочет. Там даже, блядь, затупил, оружие не взял. Блядь, они вас так нелепо убили, на самом деле. Вообще тупо. Не просто тупо. Да, потому что, блядь, долго мы сидели. А эти такие, блядь, расслабились, бегут, блядь, под мой калаш, прям, под мой прицельчик, блядь, под красивый. На вертухе мы долго с ними сидели. А я не знаю, откуда у нас зарите. Ну я думал, все типа, одни люди, ой, одни боты. Нет. Эх, вообще не есть. Стоять. Килчать вообще не надо. Даш, короче, калаш или крик? Крик. Калаш забрал. Чё дёрнуть, выбирай калаш или крик, либо кукуху. Крик. Крик? The revived flight will arrive in 1 minute. Спасибо. А знаешь, какая флаг такая? Так вот, типа, смотри. Прикольно смотрит. На машине. Как она, кстати, на машине? На машине, значит, поедем там. Ну, как пишется? Убийство Рейд-шкодник. Стол назад доехать, да? Chip terminal is almost ready. Как-то дорогу срезали. О, вертолет здесь. Пошли на вертолет. Зачем? До края зоны сейчас долетим. Вертухи. А тут пешком пойдем. Не люблю от зоны бегать. Getting close to victory. А что мне бегать, я ненавижу просто вчера. Skill chip ready for upgrade. Changing mag. Люди были крайние. Нормально.